В стране выздоровели и выписаны из больниц 63 425 пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зарегистрировано 68 376 человек с положительным результатом на COVID-19. Врачи провели без малого 1 335 000 тестов. Такие данные приводит Минздрав. Из-за отсутствия вакцины и ограниченного медикаментозного арсенала для лечения ковидных пациентов иногда используют иммунную донорскую плазму. За период пандемии на базе Центра трансфузиологии заготовили более 300 доз. На курс лечения одного пациента требуется от 200 до 600 мл. Себестоимость 1 литра антиковидной плазмы чуть больше $400. Сразу две аптечные сети застрахуют работников от коронавирусной инфекции. Обладателями полиса на год станут провизоры, фармацевты, администраторы. Всего около 400 человек по всей стране. Финансирование расходов на оплату страховых полисов работникам возьмет на себя работодатель. Страховой случай наступает при подтвержденном диагнозе COVID-19.